Йоу, всем привет, братья мои и сестры. С вами, как всегда, я, Утес Шиморо, и добро пожаловать в Fortnite Battle Royale. Давненько я не играл против сквадов, подумал тут я. И думаю, а чё бы тебе не поснимать что-нибудь интересное. Поэтому спасибо тебе за твой королевский лайк, а мы начинаем. Поехали. Да ну нахер, не может быть, чтобы вообще пушек не было, блять. Ну это зашквар вообще по... Ать, мой маленький. Дружище, это же Desert Eagle. Отцовская пиписочка. Ну что, сейчас будем показывать с тобой. Смотреть, точнее, на него. Я буду показывать, а ты будешь смотреть. Так, подожди, это первый промах. Показываю легальный имбот, бля. Хорошо. Где друзья твои? Вон друзья бегут. Давай, маленький, хорошо. Легальный имбот минус 3. Так. Давай, сладкий мой, блядь. Давай, петушня моя. Да, блядь, да что ж такое-то, а? Давай, родной! Давай, минус 4, радостный! Ву! Хорошо пошла, сладкие мои! Вот это розыгрыш, вот это мы сейчас разыграемся с тобой, братишки мои. Ну где же ты, сладенький? Я же слышу тебя. Иди к папочке. Чё, блядь? Нет, я скатываюсь как YouTube-канал! Бля, тихо, спокойно, нормально, выживем, нормально, все, блядь, все заебись. Все, уходим нахуй от них, пускай там лутаются сами, блядь, в пизду. С друзьями они такие, все веселые, блядь, я тут один вообще-то. Так, блядь, ух, нихуя себе, попиливает по мне, смотри-ка, запиливает по мне запилочку. Маленький петушочек, блядь. Ты чё, сладенький, блядь? Ты чё, нахуй? Ну-ка, блядь. Уу! Нихера себе! Мой лучший выстрел с дигла. Вот это дистанция в точечку! Нихуя! Еще и фраг дали! А чё это тебя друг не спас, блядь? Ладно, хорошо. Замечательно, блядь, заебись. Друг здесь. Окей. Решил тоже скатиться, как я, блядь. Но у меня это получится лучше, ёбаный. Давай, маленький. Я еще в наглую возьму и подхилюсь, понимаешь? Потому что вообще без уважения, блядь, к тебе. Давай! Чё, застройку не можешь отредактировать? Лол, он не может отредактировать! Давай! Уу! Давай, маленький мой! Нравится тебе, блядь? Видимо, ему очень нравится. Вот такие ощущения. Хорошо. Ну чё, понеслась? Первый пошел нахуй. Давай, поплачь там в микрофон, скажи. Меня убили. Спасите меня. Рики, Мартин. Ну, я не знаю, как их зовут. Девочки мои, собрались, я здесь. Давай, радостный. Давай, бежишь друга спасать, давай! Раз, два в яички. Расшечно. Еще один бежит. Давай, сладкий мой, давай, хороший мой, давай. Папочка уже ждет, тебя уже поджидает, блядь. Прыгнули они на мою шахту, блядь. Раз, два, три. Хорошо, лежит, отдыхает, радостный мой, хороший. Так, знаешь, где еще двое? Ну, один лежит, второй. Сладкие мои. Лечите друг друга, да? А вот так вам нравится лечиться под взрывами, блядь? Чекаем. Привет, пацаны! Хорошо вам? Хорошо. Минус 4! Коронная гитарка. Эй, йоу! Всем привет, братья мои и сестры, друзья мои, подружки. С вами, как всегда, я, Утес Шиморо, и добро пожаловать в Fortnite Battle Royale. Знаешь, сегодня мы с тобой продолжаем наши приключения, эпопеи и ассисеи, которые связаны со сквадами. Знаешь, давненько не играл в игру, а решил вот сегодня что-то потратить время, скажем так, поразминаться, поиграть для тебя, позаписывать, посмотреть, что как меняется вообще в Fortnite. Да, в принципе, вроде бы никак ничего не меняется, если честно. То есть все как обычно, все стабильно, как бы разваливаешь сквады, получаешь удовольствие от этого и, соответственно, действуешь дальше. Много новых пушек вводится, много новых всяких интересных вещей, которые мы с тобой должны поиметь, скажем так, получить удовольствие. Вот дробовичок, да, который я еще не использовал. Помповый должен быть мощный, поэтому будем его использовать на лицах, как говорится. Да, а ты пока рассказывай, что там у тебя нового интересного происходит, как бы. Если вдруг у тебя видосы не выдаются или какая-то с этим проблема, не забывай жмякнуть колокольчик, понимаешь? Там есть колокольчик на канале такой. Заходишь на канал, значит, жмякаешь его и получаешь удовольствие сразу же, мгновенное, моментальное удовольствие
от жмяканья колокольчика. Ты почувствуешь, я тебе говорю, попробуй. Ты почувствуешь, знаешь. А вот, давненько не играл в Фортик, и ребята мне все пишут, спамят, говорят, что Моров, а Фортнайт, блядь, ну что ты такой-то, блядь, ну сними нам Фортнайт. Я говорю, ну сейчас, блядь, сниму, и вот снимаю для тебя, короче, Фортнайт. У меня все нормально, скажем так, да, то есть все нормально, много куча разных дел, которые надо решать, и вот параллельно снимаю для тебя все как обычно, видосики, чтобы тебе нравилось, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было весело, чтобы ты охуенно себе поднимал настроение, если оно у тебя упавшее, а вот как бы. А так, в принципе, все потихо. Вот, а ты рассказывай, как у тебя, значит, дела. Единственное, что болею немножко, но это у меня связано такое, у меня хронические заболевания есть некоторые, которые иногда обостряются, скажем так, блядь. И бывает очень мучительно обостряются, блядь. Но это тебе не надо знать, это вообще не важно. Это никак не относится к нашему с тобой охуенному, самому веселому, лучшему в мире, охуенному, радостному каналу. Значит, на Ютубе. Чтобы мы с тобой радовались, да? Давай посмотрим, кто нам сегодня будет противостоять, какие говноши-малыши, как вообще происходит развитие в игре, что у нас интересного, что не хочу новых построек каких-нибудь, не знаю. Новые стеночки, тип, например, тип желейный, блядь, хочу, чтобы враги в нем застревали. Такой желейную стенку ставишь, он такой встревает в нее и застревает в ней. Представляешь, или стенка замедления. Ой, сколько много интересного можно сделать. Ну, хотя здесь есть фишки с замедлением, типа, знаешь, ледяную подошву тебе делает, да, и ты можешь, например, быстренько скатываться с холма. То есть в игре очень много разного на эту тематику. Сейчас мы нарубим немножко ресурсы на фарме, мы будем с тобой выслеживать сквадики. Знаешь, задача наша с тобой сегодня, как обычно, пробиться в топы, да. Но я играю один, против меня играют команды по 4 игрока. Вот такая вот ситуевина. Желательно взять топ-1. Но топ-1 в сквадах очень сложно взять. То есть там нужна ситуация. Там нужно предугадать, подугадать и как бы убить всех. Желательно за короткий промежуток времени. Не знаю, получится у меня это сделать или нет, как бы. Потому что если, знаешь, вот когда ты играешь в соло против сквадов, в любой игре, будь то PUBG, будь то Fortnite, ну я тебе уже топ-1 снимал и там, и там, и там против сквадов. Главное, чтобы противники, ну скажем так, были рядом, ну и раздельно одновременно. Чтобы ты по одному либо мог положить тык-тык-тык, либо ты мог, чтобы отыграть, соответственно, как бы позиционочку, да. То есть, чтобы ты мог одновременно забрать за короткий промежуток времени большое количество игроков. Вот что нам с тобой нужно. Ну посмотрим сейчас, что пойдет у нас как. В любом случае для тебя поснимаю разное, выложу тебе разное, как бы. Может, нарезочки какие-нибудь сделаю. Так, вот здесь радостный петушок. Здравствуй, петушок! Как тебе здесь лутается? Нравится тебе помпа в голову? Вот это да! Вот это пробило ему. Чего стоишь, блядь? Сидишь, точнее. 178 в головешку. Так. Че, один здесь был? Ёб твою мать, отстал от друзей? Нельзя отставать от друзей в таких играх. Есть друзья. Есть друзья. Двигаются друзья. Смотрим, чекаем. Друзья взрывают сразу же помещение. Посмотри, какие, а, блядь. Войны великие. Посмотри, сразу помещение прокидывают. Такие все радостные, охуенные, взбудораженные. Посмотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, сейчас надо думать, как их забрать. Как забрать малышей, блядь. Да ну нахуй, ни одного попа... Да ну нахуй! Хорошо, ладно, перекрываемся. Давай, перекроем его немножечко. Дадим время. Нихуя себе лак. Раз. Два, блядь. Раз. Два, блядь. Вау! Вот это упорный, упористый хедшот. Ты посмотри, гитарку! Минус сквад из 3 человек. А где еще одного потеряли-то, блядь? Ну это все, это мы повыебываться сделали, как бы. Вот это да, вот это пирожочники на самом деле. Вот это пирожковые ребята. Ёб твою мать. Что-то как-то по-героически он ворвался без дробаша, в упор в меня начал зажимать. Возможно, какие-нибудь новички, соплячки, как бы. Ну ладно, это не самое интересное. Самое интересное, что мы с тобой забрали эту троицу. Величайшую. Они пошли новую катку катать, а кто-то пошел плакать. Ну, как обычно бывает, знаешь, там. Ну вот, нас было трое, он был один. Слушай, а у тебя такое было когда-нибудь, если ты играешь в какие-нибудь игры, там, в PUBG, Fortnite, когда тебя всю команду забирал один человек? У меня такого ни разу не было, честно сказать тебе, за всю историю, сколько мы там с друзьями я играл. Сколько, ну там, что в PUBG, что в Fortnite. Ну не было такого, чтобы один всех разъебенил. Я такого не припомню вообще. Напиши мне, у тебя такие случаи были вообще? И напиши свои чувства, насколько тебе обидно, понимаешь? Вот это самое интересное, то есть обидно тебе или нет? Вот я, например, лично, если относиться к игре как, ну знаешь, какой-нибудь такой спортивной дисциплине, да? Ну киберспортивной будем называть, да? То есть, ну я бы не относился к этому как-то обидно. Но, понимаешь, здесь такая ситуация, что в таких играх, как PUBG, Fortnite,
Бывают разные дни, бывает разное у тебя настроение на игру и настроение у твоих противников. Бывает, тебе вообще кардинально не везет. Все-таки в голодных играх, помимо скилла, да, ну, возьмем даже Fortnite, тот же, чисто Fortnite, не будем брать PUBG, да, есть удача, да. То есть ты, например, блядь, можешь найти предмет какой-то интересный, который тебе может помочь в ближайшей ситуации, которая тебя ждет, а может, можешь и нет, да. Тебя могут зажать, например, в бутерброд с нескольких сторон. Сейчас, подожди. Как-то он пропрыгал, так давай агрессивно поиграем, нахуй. Нападем, блядь. Здесь сквад бегает, скорее всего. Так, маленький, где ты? Где-то здесь, петушок. Он меня не слышит, что ли? Они думают, что... Угу, вижу. Давай, маленький. Давай, писюнчик мой. Ну, хорошему, ну зачем прятаться? Так, этот без хп. Смотрим. Ищем друзья. Так, друзья пришли, хорошо. Разводим. Поехали. Раз! Два! Ты что бегаешь-то за ним, блядь? Странные какие-то ребятки. Так, один у нас на баге. Добираем вот этого. Они вообще не поняли, что их атакуют, что ли, блядь? Что там, коммуникации нет? Так, сверху еще один. Ёб твою мать, тут застроечка. Еще петушочек был. Хуя себе. Еще один, хорошо. Смотрим, чекаем дальше. Машинка еще ездит, что ли, до сих пор, блядь? Или она гудит там? Где-то маленький. Так, пиписькин. Еще один писочкин. Радостно. Это четвертый. Хуеть, он застраивается, блядь. Ебать, я так не умею, слышь. Опытный какой-то, слышь, тигриный, блядь. Опытный какой-то, блядь, там от меня мансит, нахуй. Нихуя себе ты, блядь, строй, откуда у тебя столько ресов? Ебать, он майнкрафтер прирожденный просто. Блядь, да хватит уже! Так, тихо, а чё он воевать со мной не хочет? Чё он, блядь, строится? Строитель я и снизу могу, блядь, и сверху мне похуй вообще. Ну давай, ну попадай, ну что такое? Что у меня с пушкой, блядь? Слушай, первый раз такого тигра встречаю, который бьется до конца, нахуй. У него уже хп нет там на одну плюшку просто. Сейчас хилится, там сидит шлюшка, блядь. Ты посмотри, все выше и выше. Молодой человек, спуститесь вниз, мне сквад нужно добить. У меня урегулирование вопроса идет. Хуеть, еще и постреливает. Так, тот внизу откис, да, дружочек его. Ну все, он остался один наверху. Сука, надо что-то с этим делать, блядь. Давай попробуем как-нибудь размансить, блядь, ситуацию. Опа-опа-опа, нихуя себе, на восьмерочку тебе с дробаша, блядь, нравится? А, дробиночка-то попала. Хороший дробаш, мне нравится этот новый дробаш. Веселый такой, интересный как бы. Ебать, его там жмут, и меня жмут. Ёб твою мать, его там с той стороны кто-то хуярит. Блядь, это мой фраг, ребята. Я за ним охочусь долго уже. Так, давай попробуем по-другому. Раз ты такой строитель охуенный, давай я тебе помогу, блядь. И твоим постройкам тоже. И вот эту вот нахуй. Давай, до свидания, блядь! Все, заебись. Допрыгался. У него хп не было, видишь? Мы его просто уронили, блядь. Вот и все, блядь. И все его друзья сейчас наблюдают за тем, как их убил один человек. Удаляй! Ух ты ж, нихуя себе пиписочка. Слушай, эту писю надо сохранить под финальный бой, мне кажется. Сейчас меня могут забрать, кстати говоря. Машинка там шумит, блядь, как-то странно. И там был еще один тигриный Петр, понимаешь? И, блядь, вот это вот большая проблема. Давай грибами с тобой закинемся. Значит, такие вещи, как базуку, надо сейвить, наверное, все-таки для финального боя. Так, задачи. Игроков не так мало, а не так много осталось, поэтому мы сейчас с тобой пойдем брать топы. Нас интересуют первые топ-позиции. Это топ-1, топ-2, топ-3. Я считаю, это хорошее достижение для соло, но топ-1, конечно, приоритетен. Поэтому будем с тобой сейчас играть тактически, отыгрывать. Не будем уже вот так вот рашить, как бы. Фрагов мы с тобой набили, удовольствие получили. Будем сейчас аккуратненько продвигаться к цели. Вычислить, зайти сзади, например, убить всех там. Ну и так далее. Всякие разные ситуации могут быть, поэтому давай смотреть. Давай наблюдать. Главное наблюдать. Главное успеть в зону спокойненько добежать и получить от этого безумное удовольствие. Слушай, мне нравится, как идет. Как бы я сегодня и разминался. Знаешь, кстати, если ты хочешь размяться в фортик, ну вот просто, или научиться стрелять, быстро на реакцию реагировать, прыгай куда-нибудь в залупные места, куда много людей падает, и пытайся разваливать кабины именно в соло против сквадов, да, чтобы у тебя была реакция сразу отреагировать на человека справа, на человека слева, на нового пришедшего там и так далее. То есть развалить кабины — это очень важно.
А, кстати, у меня сейчас, если ты не заметил, включен режим стримера. Не знаю, что-то включил его потестить, посмотреть на название скинов и как-то оставил. При этом режиме мой ник никто не видит, я называюсь у них трансляция, и они у меня не видят. А, соответственно, мой ник. То есть, если их убивает Шумору, они даже не знают, что их убил Шумору, понимаешь? А это сделано для того, чтобы, когда стример стримит, чтобы не было стрим-снайперов. Значит, это те люди, которые, естественно, снайперят стримера и пытаются попасть с ним в одну катку. Для этого как раз и делается такая штука. Для того, чтобы игрок не мог определить, в одной катке он со стримером находится или нет. По убийствам, по фрагам, которые происходят на катке, да. То есть, если просто он определяет, что да, он в этой же катке, он может прийти на ту позицию, где стример, и убить его. Для этого разработчики ввели такой стрим-режим. Вот там вот видишь петушки, а я не думаю, что нам стоит с ними заморачиваться. Если на меня только сильно пойдет. Так, их жмут, видишь, сверху. Их жмут сверху, в принципе, зона далеко, давай мы с тобой, наверное, пойдем в зону. Такой, конечно, соблазн зайти сейчас сзади на гору и заебашить тех петушков, которые перестреливаются с ребятами снизу. Но мы с тобой пойдем в зону. Для того, чтобы реализовывать наши с тобой топы. Итого у нас 9 человек на катке, включая меня. Скорее всего, это 2 сквада плюс я. Либо 2 разрозненных сквада немножко, да, побитых. Соответственно, хотя, может быть, и двоечка осталась кого-нибудь, хуй его знает. Ну, в общем, нам нужно с тобой сейчас выбрать выгодную позицию. Очень выгодно, потому что у меня есть пиписочка, да, вот это вот, блядь. Вот это вот радостное, чтобы я залетел такой, баданч, в толпу людей. Жалко, что никто не толпится в этой игре. Было бы охуенно одним шотом 4 фрага, например, сделать, если бы они там у костра грелись, например. Так, хп немножко потратили, ну и в пизду, в принципе. Мне главное сейчас подсидеть как-нибудь, блядь. Подсидеть территориально, как говорится. Жалко, аптечек нигде не валяется, понимаешь, вот это вот очень плохо. Там еще до сих пор идет жамка. Жамка-перестрелка, как говорится. Там ребят еще жмут. To my neighborhood. Ох, нихуя себе у нас там. Друзей, блядь. Друзьяшечки, блядь, перебегают. Это мои жертвы, короче, финальные, нахуй. Будем их с тобой с ракетницей обоссывать. Та-да-да-да-дан! Бататащ! Что-нибудь такое будем делать. Вот, пиши мне, значит, как у тебя вообще настроение, как ты относишься к Fortnite. До сих пор у нас, знаешь, появляются комментарии, то есть ребята пишут. Ну, это, видимо, очень взрослые ребята пишут, я не знаю, которые... Графика в Fortnite. Вот мне нравится то, что вот стилизация здесь такая, понимаешь, хендпейнт, текстуры. Типа мультяшная графика. Ну, я не понимаю, как можно придираться к игре, которая, в принципе, основана на быстром, динамичном, fast-paced геймплее, да? То есть, неважно вообще, какая графика, я бы играл и в квадратики пиксельные, блядь, если бы игра была охуенная, если бы там была хорошая анимация. На самом деле, для меня важна, если честно, анимация и стилизация в играх. Я уже много раз об этом говорил. То есть, если четкая анимация, красивая, тебе приятно играть, вот как, я не знаю, персонаж достает оружие, как это все двигается, вот эти движения все, да? Посмотри, как это все классно проработано. Если это все в игре присутствует, если это все не коряво, если ты чувствуешь, как персонаж двигается. Так, блядь, а надо мной тут двигаются люди. Блять, у меня сейчас выбор. Либо мы сейчас нападаем на этих ребят, на этих петушат, которые сейчас находятся у нас рядом со мной, да, надо мной, подо мной и повсюду. Либо мы с тобой дожидаемся, пока 2 сквада перехуярят друг друга, и потом как Рэмбо выходим и добиваем оставшихся ребят. Мне второй вариант больше нравится, блядь, но здесь я могу лохануться нахуй. А если они уйдут далеко или крепость построят, блядь, хуй я что сделаю, меня просто снесут. Че, рискнем? Давай рискнем, блядь. Ну, я имею в виду рискнем, не будем сейчас биться, как бы. Да, я фрагов больше получу, по сути. Если бы играл на каком-нибудь турнире, то это бы мне принесло больше поинтов. Позиция у меня уже хорошая. Ну, блядь, хочется топ-1 взять и как-то под... Вдруг мне повезет, и, блядь, они встанут рядышком. Давай вот так вот сделаем. Не знаю, услышат они или нет, что кто-то здесь захуярил штучку, пампучку. Или нет, но тем не менее. Это всегда интересно. Такие мувы. Подсидим их, короче. Да, как крыса, блядь. Да, в домике, блядь. Да, с базукой. Да, нормально. Ну, это весело, это охуенно, блядь. Это нравится. Терпимая красавица. Ла-ла-ла-ла. Давайте, радостный. Ну, пиздякайте. О, опять пошла война. Пошла жаренька, блядь. Пошли жарить друг друга. Смотри-ка, а фраги ничего не уменьшаются. То есть никто никого не убивает. Там какой-то пулемет, блядь, встал. Господи, здесь война, нахуй. Здесь, братишки, настоящая войнушка. Ну? Кто-нибудь будет? Пробьют, интересно, мне крышу, блядь. Представляешь, сюрприз, мазафака. Пробивают крышу, а там один хуй сидит. Так, хорошо.
Так, пора посмотреть, что там происходит, нахуй. Тут уже роняют людей. Тут роняют сквады. Эй! Так. Ну чё, маленькие, блядь? Ну вы будете воевать, нет? Вы нормально будете себя вести? Вы хорошо будете себя чувствовать, нет? Мне очень хочется припихуярить вам базуку. Я, блядь, подготовленный. Я ждал этого момента. Мне топ-1 надо. Давайте быстрее. Ебать, только не говорите мне, что нет. Там еще идут взрывы. Еще по кому-то Не говорите мне, что я останусь один на один с целым сквадом, блядь. Это самая плачевная ситуация, что может быть соло против сквадов, блядь. Fortnite, это не папка тебе, где можно всех разобрать на изи, блядь. Нет. Здесь слишком... Нет. Ладно, придется... Главное, чтобы вместе были. Блядь, они все разбежались, блядь. У меня хп нету, блядь. У меня ничего нет. Ладно бы я фуловый был. Сука, ну надо как-то выйти. Малышатки. Ну дайте мне шанс, ну дайте папочки. Они сейчас ищут меня во все. Ладно, будем с движением зоны, наверное, их ебать. Мне кажется, идеальный варик, когда они начнут бежать в сторону круга, мы с тобой выходим и сзади всем напихуяриваем ракету. Я вижу только такой вариант, возможно, сейчас. Ебать, да что там за войны? Они разваливают, по-моему, все вокруг, они пытаются найти меня. Они знают, что остался одиночка, членососы, блядь. Они знают, что топ-1 уже их практически, но мы сейчас им покажем, блядь. Мы сейчас им докажем, блядь, что они не правы, блядь. До сих пор здесь, блядь. Слиться с манекенами. С Чиполлино, Чиполлоне. Что сделать-то, а? Хуёвая ситуация. Ладно. Сундук они открыли здесь, в доме. Все, зона пошла? Пора! Пора. Нихуя вы тут понастроили! Прячемся за постройками. За постройками аккуратно. Меня не видно. Видно! Блять, нет! Не так это все должно было закончиться. Но было весело, охуенно и радостно. Топ-2, короче, братиш. Спасибо тебе за твой лайк. Увидимся на новом видео. Пока-пока. Да, танцуй, блядь.